Привет, привет. Так, собираюсь в магазин, намордник буду одевать. На всякий случай. Сука, когда кормишься, не гавкаешь. Я снимаю, подожди. Так, ребят. Решил... О, блин, опять. Ничего. Иди. Все-таки решил намордник одеть. Почему-то вот захотелось мне так. Потому что он будет на эмоциях. Ну, этот намордник, ребят, ну, одно название. Намордник, ну, хоть так. Блин, был поплотнее, не могу найти. Так, выключи. Короче, не буду говорить, шумят вообще. Главное, рюкзак взять. Самое главное, забыл, не дай бог. Что? И куда ты вышел без прошлого, а? Думаете, если в наморднике все можно? Ребят, извиняюсь, там пили. Ой, тихо. Сразу вот так я сниму. Так. Давно хотел это сделать, все боялся, да. Переживал. Думаю, хер там. Надо брать и делать. А знаете почему? Потому что я хочу курить. И я злой. Короче, я злой, поэтому и иду на такой шаг. Так бы не делал. Так, надо. Все-таки он длинный слишком. Как же сделать? Почему делаю намордник? Потому что все-таки. Ребят, если меня слышно. Это мотоцикл. Я не успею быстро сориентироваться, поэтому лучше намордник. Хоть какой-то, но намордник. Я, знаете, что вспомнил? За шлейку. Зачем шлейку один ему тянуть будет? А зачем ему тянуть? Ну пусть тянет. А где шлейки мои? Да ёпта. Как мне это достало, а? Где шлейки? Нельзя. Что это? Блин, ну это... А, у нас же есть специальный. Ладно, короче, мы быстро, мы ж не собираемся тут что-то серьезное. Ну что, ребят, поедем. Стой. Сейчас будет возбуждаться, когда заведу. Первые буду трогаться, он прям и мусор. Сюда иди, мус, Спайк, сюда иди. Стой. Спайк, угомонился, понял? Я говорю, вперед иди. Давай, вперед. Вперед. Блин. Да. А ну домой быстро. Я для чего беру, чтобы ты умничал тут? Сюда иди. Стой там. Посмотри на него, умный какой.
Так, Тиньке поспи. Здравствуйте. Ой, ты какой. Ты кататься ходил, ой, моя тоже хочет гулять. А не с кем с ней гулять, я боюсь. А их нету. А эти, что у тебя? У тебя волки гавкают. Ну, а я в них может. Ну я смотрю, на меня гавкает каким-то таким этим, бля, ну, с волку гавкает. Я никогда не видела, чтобы волки гавкали. Так, ладно, все. Не заявлю. Лови. Давай, еще раз. Давай. Опа. Даю. Тетя, то есть еще раз, вариантов нет, правильный. Что вы делаете? Подожди, потому что камера не снимала, давай. Ну тебя! Опа! Все, я поеду. Че кидай, тетюся не умеет кидать. Не умеет. Буду брать свою собаку. Не, намордник буду все равно. Ну такой, чтобы он дышал хотя бы, да? Надо пиздец, привыкает. Видите, уже там бегали, вон. Ну пусть подходят. Чё могу сказать? Вот чё могу сказать? Я в наморднике. Дальше не наша проблема. Кто нападает? Чё хочет? Да, стой, спустись аккуратно. Молодец, Павик, молодец. Чуть подустал, но плохо. Тренировочка. Ты ж хотел, вот ты. Попить. Стой. Нет, туда нельзя. Павик, сюда. Домой. 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 А если Муси вот эту надеть? Ему надо и то, и то. Нет, жарко. Дайте я ему все быстро пробегусь для пользы. Вообще в лес надо ехать, в лес. Все, все, Багира. Жесть. Тихо, 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 скажи. Тихо, тихо. Энергию некуда девать. Нет, стоп. Нет. Стоп. Упал. Уйди. Муса, иди. Стоп. 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 Муса, сюда иди. Стой. Муса, а сюда иди. Ты чё? Чтоб в себя пришел. Ты посмотри. Контролируй свои эмоции. Я понимаю, ты питбуль, но я огов. Вариантов других нет. Все. Я тоже, ты меня должен слушать, обязан. Спокойно занимаемся. Азарт тут. Головой надо думать. Тут опасно, может быть.
хотите гулять в обществе, значит думать будете головой. Не хотите, будете в лесу бегать. Все просто. Стоп, стоп! Привет! Команды нет, стой! Успокойся, сказал. Шутки шутишь, сынок. Нет? А что я сказал? Сюда иди. Сюда иди, говорю. Ты мозг включай или сейчас домой пойдешь? Что? Нет. Привыкли, орут. Это тебе не велосипед. Тут надо, блин, аккуратно. Нет. Там ребенок находится. В эту сторону катить. Иди сюда. Иди вперед. Вперед. Стоп, стоп, стоп. Без рывка. Иди. Иди чуть-чуть. Стой. Стой, говорю. Чуть-чуть. Стой. Вперед! Стой! Где ты? Вперед иди! Ты чё? Вперед! Давай, давай, давай! Хорошо! Вперед! Снял набор. Стоп! Ну стой! У Муса определенно больше энергии, чем у Спайка. Силы — это очевидно, короче. Стоп! Давай! Стоп! 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 Как только вперед, 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 давай, 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 сам тяни, молодец, ты, хорошо, вот это, а то велик так тянут, что я потом пахну, а это отлично, бензин экономит, вперед, 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 хорошо, Дуся, ты тоже не умничай, хорошо, вперед, вперед, вперед. Хорошо, вперед, вперед, вперед. Милая собачка, блин. Вперед, вперед. Хорошо. Вперед, вперед, вперед. Молодец. Сам тянет мотоцикл. Ну давайте чуть поможем, это. А то там машина есть, да? Спокойно. Нельзя. Нельзя. Нет! Вперед, нет! Нельзя! Вперед, вперед, вперед! Вперед! Молодец, Муста! Молодец! Вперед, вперед! Не-не-не, сюда, налево! Так, или... Вперед, вперед, вперед! Давай, давай, давай! Вперед, вперед! Нет! Стоп, стоп, стоп! Я же говорю, это не велосипед тебе. Стой. Вы видели, были собачки, молодец, Муса. Послушал, спокойно. Пробежали мимо. Чтобы они чуть нас забыли, надо проехать вперед потом. Или вообще, блин, в лес, да? Кругаля даться. Как раз тренировка, ребят, поперли. Чем мы тупее? Давай, стой, тихо, тихо, тихо. Спокойно, спокойно. Так, намордник на... О, намордника уже нет. Стоп, 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 стоп. Ай, на нем. Вперед, давай. Стой, стоп. Стой. Сюда иди, иди сюда. Давай, вперед. Под сто. Спокойно. Иди. Стоп, 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 стоп. Давай, вперед.
остановился. Стоп, 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 стоп. Стоп, это стоп. Собачки малые, ребят, на один зубок, вот честно. Стой! Иди сюда, иди сюда, иди сюда, говорю. Нос включай. На контролировать его. Муса, чтоб никого не обижал. Запутываем так, чтоб потом быстро мог распутать. В случае чего. А, гуляет. Так, а куда же мы поедем? Телефон ничего не взял, да? Муса! Муса! Вот так, по одному питбулю. Ну хоть как-то я смогу контролировать, меня это уже устраивает. Вот здесь, ребят, была история, я говорю, жесточайшая просто. Ребят, вот тут была история. Вот где было? Здесь, кажется, да, вот здесь вот купались Муса, Аяврик и Спайк. Мусе было год с копейкой максимум. До Ютуба это было. Я отвечаю, прикол, так купаются, вот играют там, воды намного, ну, побольше было, они там палки грызли в воде, и короче, и прикол, а я по телефону с Бадаляном разговариваю, и Артем Кеч со мной здесь был, и Артем такой, а, я разговариваю и смотрю, оттуда прибежала, типа лайки черно-белые, и с ним еще мелкая собачка, я уже понимаю, что плохо дело пахнет конкретно. И они вот так становятся на гору, а мои не видят, купаются, не видят. И я телефон выключил. Артему говорю, тихо, надо, чтобы тот смотался, а то сейчас шуганем. Они сразу, ну, собака на каждую реакцию реагирует, да, посмотрит в ту сторону там. И я думаю, хоть бы она оценила ситуацию грамотно и убежала. И что вы думаете? Я говорю, я дурак, я был опешен. Вот была бы у меня камера, бы вам он оттуда прыгает на моих и начинает. Мои даже не поняли, откуда что прыгнуло, кто рычит. Они подумали, может, кто-то из своих выпендривается. Я теперь Спайк вообще не сразу понял, в чем дело. Пока тот там мэр в драку. И как понеслась. Артем боится разнять. И я тащу, а эта лайка хочет меня укусить от боли. Ну, я разнимаю, он клацает, я говорю, короче, а эти затаскивают его в воду, от меня прячут. Короче, это была жесть. Ну, что, потом хозяева пришли, по грибам ходили. Ну вот, как в тот раз только. Я говорю, Что, говорю, почему ваша собака бесконтрольно прибежала, еще и напала? Ладно, если бы он там стоял, я бы, пока они в воде были, взял бы Мусу Спайка, а Яврик малой был, ему месяцев 5 было. Взял бы их вот так бы. Все, ты не прыгаешь, я своих держу, да? Все, а тут... А где еще с питбулем гулять без намордника? Если в лесу, грубо говоря, нельзя, тогда вообще зачем питбуль как собака, чтобы... С дома не выходить с ней вообще.
А вон Дуська там. Поэтому, ребята, вот такая ситуация. Так, я, наверное, без монтажа, там маты, не маты, ребят, без обид. Это питбули, все строго, только так, по-другому. Ну, тем более, я редко занимаюсь, и они чуть это, их носит, и мне надо максимально в короткое время их успокоить, угомонить, где-то треснуть, где-то наорать, а поматерить. Ну, потому что такая ситуация. Плюс я не курил, ребят. Вот это же, когда не куришь, то я не знаю. Вот, если бы я сейчас курил с утра, я бы сюда бы не приехал, это железно еще года три. Ну вот, чисто вот это меня провоцирует, я чуть обозленный, я чуть более уверенный становлюсь. Думаю, да похер, кто нападет, это их не проблема. Знаете, вот какая-то безбашенность приходит тебе. Ну понятно, что я все контролирую, ну свою собаку как минимум. А там, если нападут на нас, ребят, ты питбуля никогда не сможешь контролировать. Муска, Муска, иди сюда. Пойдем, поехали. Сейчас будешь. Надо приучить, чтобы они слева от мотоцикла бежали со мной. Вот это вот самое. Муска, стой. Надо, надо почаще гулять, они... Больше будут привыкать к этой мелочи, что бегают собачки. Видите, Муса, был бы он конкретно агрессивный, ребята, он уже бы вот этих двух, вы не видели, они сзади бежали прям. Вот Муса, допустим, вот они сзади. Просто в камеру неудобно поворачивать. Он молодец. Нормально среагировал. Потому что, я говорю, мои первые не нападают. Так что лишь бы на нас не нападали. А так, молодец. Собаки молодцы. Ну все равно воспитание, да, есть. Стой. Муска, нет. Муса, иди сюда. Мус. Муса. Муса, сюда иди. Головой думай, сюда иди. Чуть-чуть надо думать, блин. Я один с вами, блин. И выгулить вас хочу, и то хочу. Чуть давайте мозгами шевелить уже. Мозг это важно в питбуле. О, один, а, вот он, фух, это остальное. Так, ну давай до горы добежим, без намордника, да, ребят? Там уже наденем, все равно тут не будет никого. Мне надо, чтобы они вот не только вперед, а сбоку тянули, чтобы я мог ехать, газдать или повернуть в какую-то сторону, не запутался. Муса! Да что ты, вперед иди, давай. Он думает, это он тянет, короче. Ой, какой ты сильный, Мус. Какой ты мощный, а? Тянешь-то. Куда ты прешь?
Домой, говорю! Домой! Давай вперед, домой! Домой! Вперед, домой! Домой, Муса, домой! Вперед! Муса, вперед, домой! Да стой, стой, стой! Да что ж ты дурака включаешь, а? Что ж ты дурака включаешь? Иди вперед! Да не туда! Иди домой вперед! Домой! Домой! Хорошо, вперед! Вперед, домой, 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 домой! Домой, вперед, вперед! Там, подожди, стой, стой! Теперь, я думаю, они подумают, подходить или нет, все. Так, стоп, стоп, стоп. Вперед, вперед! Маты хоть может запикать. Смотри, намордники привык, смотри, как молодец. Ну, все, это выключаем. Посмотрим. Вот это выложу, а то жесткие диски, что-то у меня случилось. Короче, пока. Вот это быстро без монтажа. Стой, успокойся. Домой. Тихо, тихо. Вот так вот булочки свои хоть размяли, да? Молодцы, все, выключаю я это. Выкладываю как есть, ребята, это питбуль, это жизнь, по-другому не получится. Или надо часто гулять, чтобы они привыкали, ну, не были более, ну, более адекватно вели себя в плане эмоций. Они, видите, зашкаливает, орет, скулит. Поэтому мне приходится резко их тормозить, где-то треснуть, где-то поматерить, но это нормальная история. По-другому лучше так, чем потом проблемы будут. Ладно, нет. Они соображать умеют, мои собачки. Просто они редко гуляют, поэтому на эмоциях. Ладно, ничего страшного. Ходите гулять, будете слушаться. Потому что по-другому у нас не получится. У меня нет индивидуально столько времени, чтобы каждым заниматься. Каждый день.